Но тем временем в Оренбурге стала появляться дорожная разметка. Правда, пока ее нанесли только на главных магистралях областного центра – Чкалова, Терешкова и Гагарина, а также на проспекте Победы. На других улицах, как пообещали в управлении по организации дорожного движения, чертить разметку начнут чуть позже, пока не позволяет погода. Сохраняется низкая температура и идут дожди.